Стильно, стильно. Черную квартиру. Давай, скромняшка, не скромничай. А вредными вещами лучше с подругами не делиться. Арбузики и апельсинчики. Кофе, пончик будешь, Крис? Ой, good, good. Кормят его. Какашечки за ним убирают. Я не говорила. Мне кажется, детки уже ненавидят этот стендик. Я люблю Ростов. Вот так. Сметана, лук, московский картофель, сметана, зелень, лейс. Я хочу попробовать и сказать, что вкуснее. Тёкли. Слезы тёкли вниз. У меня новая песня. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. День новый. Вот скажите мне, пожалуйста, вот только одна я забываю вещи все время. Вот я сейчас вернулась, я уже пару раз. Сначала я положила ключи в машину, забыла дверь закрыть, я возвращаюсь в машину. Потом я завожу машину, она не заводится, потому что ключи я забыла дома, я возвращаюсь. Потом я вспомнила, что я еще что-то забыла, я вернулась, и в итоге я уже выехала и вспомнила, что я включаю камеру, чтобы поздороваться с вами. Вот спасибо вам, что вы есть. Включаю камеру, Крис, держишь? Включаю камеру, нет карты памяти. И пока я зашла туда, я вспомнила, что надо малышу взять еще одеялко. Ой, сзади машина едет уже. На что надо малышу взять одеялко, что нужно взять ему шапочку на всякий случай. И увидела, что я забыла кофту ему. Вот бы я себя пинала бы потом. С вами я и скромняшка Крис. Вы скучали за ней, вы говорили, где Крис, да почему ж ты все время с Леной, может быть, вы поссорились, что случилось, какие причины. В общем, все очень переживали, а у нас все хорошо, и сейчас мы едем в парк, в центр, вот, и давайте там уже увидимся, потому что сзади машина меня вот напрягает. Мы на набережной, ура! Я, по-моему, первый раз в этом году на набережной. Кристину поближе. Давай, скромняшка, не скромничай. Я же скромная девчонка, вы сына, знаете. Сынон, да, все знают. Сына уснул. Давай, пока ты. Репортаж. Репортаж. Сына уснул. Я очень хочу кушать. Я думаю, и хочется погулять, пока не хочется нигде садиться, поэтому Макдональдс рулит. Сейчас что-нибудь вкусненькое там возьмем. Водичка. На том берегу, на левом, кстати, музыка такая громко-громко играет. И мне кажется, там что-то открывается. А я тебе это показывала. Вот там вот это. Интересно. Музыка и что-то, я не знаю. Либо там клубешник какой-то, может быть, там какой-то бассейн. Может, так, сейчас выпьем кофе и будем жечь. Кристинка будет пить кофе, потому что она поела перед выходом. Умничка. Я не поела еще ни разу сегодня. А сколько время? Да, часов 5, наверное, уже. Селена ни разу не поела, как обычно. В общем, сейчас я съем гамбургер, да, сегодня свадьбы, воссоединяются сердца. Пожелаем, кстати, всем, кто в этот день решил скрепить себя государственными узами, чтобы были крепкие семьи. Вот. Да и не только в этот день, а все, кто решили вообще. Да, и моя половинка. Я тебя вижу. Да. Моя половинка, я тебя тоже вижу всегда. Ты знаешь. Ладно, все. Ой, а что, где Макдональдс? Это не Макдональдс. Вот где же он был? Или дальше? А, вон он. А тут какой-то новый цифрокод. Подарки, Макдональдс рулит. Какие бы ни были рестораны, ресторан Макдональдс. Да, кстати, я все хочу поделиться. У нас на Сельмаше открывают. Я уже Кристинке сказала сегодня. У нас на Сельмаше открывают огромный, прямо вот где вокзал, возле Прогресса. Огромный Макдональдс. Слушай, как хорошо! Как хорошо! Вот у нас Рэдисон. Это кто Ростовчик, нас не знает, у нас очень красиво. У нас набережная вообще, мне кажется, одна из очень красивых. Да нет, наверное, Рэдисон. Так и не открыли. Вот у нас Рэдисон. Но он красиво стоит, что бы не показать, я да? Я слышала какую-то там мошенническую историю. Я тоже что-то такое слышала. Да, что-то там. Такая вот статуя. Это свобода, да? Нет? Не статуя? Ну, очень похоже, она так свободно стоит. Я когда чувствую свободу, я именно вот так становлюсь. Нет, статуя свободы, я знаю, это в этом. Где? В Америке. В Америке, да, она стоит такая, с рукой поднята. Конечно же, я знаю. Ну а что, я хочу назвать статую свободы. Что хочу назвать? Статую свободы назвать вот. Я что хочу назвать статую свободы, то и буду называть статую свободы. Так, Баскин Робинс, нет. Да где же Макдональдс? Может, вы закрыли, Крис? Он был на набережной? Я не да, знаю. Он прям тут был. Сабвей, я знаю. Может, подальше? Макдональдс. Так, а мы же с тобой покупали. Надо у людей поспрашивать. Да. Язык дальше, до Киева доведет. К
Кристина боится спускаться под вот таким вот этим горком. Я не успела заснять, как она спускалась. Ну как тебе в ощущении? Нормально, нормально. Красотка. Не то, что на горизонте вот эти вот спусковые, помнишь, как мы корзинку везли? Да. Слушай, как ты корзинку эту везла? Да. Это небо и земля. Здесь хотя бы, как сказать, то, что упругая, камень шершавый, не дает коляске ехать быстро. Да и коляска полегче. Да. Что говоришь? Тяжело снимать влоги. Влоги тяжело, говоришь, снимать? Да. Мне тоже было поначалу. Я говорю, Кристина, ты когда будешь влоги снимать? Я говорю, ты влог снимаешь вообще? Она говорит, сейчас поем и сниму. Мы заказали, Кристина, как всегда, соблюдая диету, в лаваше. А я мой любимый чикен делюкс, вот, их начали готовить. Чикен делюкс, картошечку фри и мои любимые сырные кисло-сладкий соус. Сейчас мы покушаем, а потом я пойду за Макфлури. Кайф. И вообще никуда не кайф садиться. Но потом кофейка захотим, да? Можно будет куда-нибудь присесть наверх. Божественно. Или салатик там. А вот, вот на лавочке, божественно, да? На лавочке есть Макдональдс, вообще кайф. Так, у нас на набережной вот такие вот штучки есть. У вас есть у кого-нибудь в городе? И вот такой замки такие, которые... Не знаю, загадывают желания. Our love forever in the memory. Вечная память. Дашка и Наташа. В общем, вот таких куча замков. Я, кстати, сюда еще ничего не вешала. Кристинка ушуршала. Вот такие вот двухэтажные у нас кафешки. Я очень люблю такие кафешки и все время сижу. Да. А вот такие теплоходики у нас. Их много. Вот здесь вход. Все организовано четко, четенько. Вот. И, кстати, фонтан мы прошли, там дети купаются. Но я сейчас пойду за мороженым, мы поднимемся. И я покажу фонтанчик вам, где детки купаются у нас. Наш фонтан знаменитый. Где все детки купаются, и взрослые, и дети. Вечером здесь подсветка включается. Ой, очень красиво. Вот. Что-то сейчас на набережной ветер, и поэтому я не знаю, как мой микрофон будет справляться с этим делом. Но я надеюсь, что меня будет хорошо слышно. А мы идем за Макфлури. Я знаю, что я нигде не найду мороженое вкуснее, чем Макфлури. Поэтому мне даже не буду рисковать и выкидывать деньги, как я обычно это делаю с экспериментами с кофе. У нас сегодня праздник живота. Я взяла и всегда себе беру. Я уже где-то говорила, это двойной карамель, двойной шоколад в Макфлури. И это вообще идеальное мороженое для меня, самое вкусное. И шоколад там такой, ну, как в Макфлури, он целиковый. А Кристинки не двойной. У меня вообще-то уже идеальное сочетание. Одинарная карамель, одинарный шоколад. И все очень вкусно. Да, Кристинке слишком сладко то, что я делаю. Я, кстати, кого-то угощала, мне тоже говорили, о, приторно. Вообще кому-то шоколад и карамель приторно, а у меня двойной. Так, чтобы прям ударить сахаром по эндоферонам. Кофе, пончик будешь, Крис? Ой, good, good. Еще сверху догнашу, да? Ой, ну в итоге я не доела, как всегда, половину мороженого, в общем-то. Но я голодная была, поэтому я гамбургер весь съела. Сзади нас, видите, фотографируются все. Сейчас расскажу прикол. Ну, вот так мы стоим, подтягиваемся, вон бицуха пошла, бицуха. Подтягивайся, Зай. Давай, покажи. Подтягивайся. Вот так, мама держит, держит мама, давай. Подтягивайся. Давай. Давай. Бицуху покажи. Вот так, силач мой маленький. Ну вот, смотрите, ушли просто люди. Здесь я люблю Ростов, и просто уже несколько семей подошли с детьми. И мамы такие,
А ну-ка быстро встал, не делай мне одолжение там сфотографироваться. У детей такие уставшие видосы вообще. Они на это сердечко облокачиваются, не хотят фотографироваться. Я такая думаю, блин, походу это только нам, мамам нужно. Я кому сказала, стань, ты можешь одну секунду постоять нормально. А ну улыбнись. А у них видосы, я говорю, вот такие надо запечатлять эти. Фотографии на память, как ребенок такой. Мама, отстань. Юля. Мне кажется, детки уже ненавидят этот стендик. Я люблю Ростов. Нормально. Что ты говоришь, Крис? Нормально, стань. Селен, сфотографируй меня, пожалуйста. Хорошо. Ты скажешь, как мне встать. Да. Главное, улыбайся. Вид сбоку. Статую. Ну все, мы приехали домой. Сына первым делом накормила, потому что, скажи, я то спал, то потом эмоций столько. Набережная, люди. Вот. И... Ну все, сейчас мы повыставляем фоточки в Инстаграм, так что подписывайтесь на наш Инстаграм. Вот, и... Не знаю, попозже вернемся, да? Или завтра. Я завтра планирую, кстати, сделать это. Делать, наверное, бассейн, да? Может, мы никуда не пойдем завтра. И дома будем тусоваться. И буду тогда это обустраивать бассейн. Так что оставайтесь. О, так вроде в темноте не так сильно видно мое высыпание. Всем доброе утро. Ну, оно, конечно, не доброе, как я уже сказала. Почему недоброе? Потому что я вот смотрю на себя, и меня высыпало, мне уже не нравится, это уже недобро. Потом, короче, куча всяких маленьких нюансов, надо то сделать, это сделать, то вставить, и все, короче, вот так. Да, по-другому не объясню никак. На время сейчас у нас без 10:02, сына никак не укладывается. Сын, давай ложись. Вот. Мы приготовились с Крестюшкой. Почти поели. Почти поели? Это значит, Кристина поела. А я нет. Была очень вкусная. Не знаю, как Селена держится. Я бы все бросила. И побежала. Я бы всех бросила, да? И вот эту маленькую козявку, блин, которая не дает маме пожрать. Хочу, чтобы он уснул просто. И я спокойно поела. Так я буду есть. Блин, надо снять видео ожидания реальности. Это вот так вот оно и выглядит. В общем, на улице у нас дождь. Кристина уже посмотрела... О, господи. В Инстаграме ты увидела, да, что там уху готовят? На набережной. Что у нас на набережной. Это в честь праздника семьи, наверное, или что? Короче, каждый год проводятся вот на набережной какие-то районы. Они там уху угощают. В общем, стол большой. Но у нас был уже сегодня дождик. Ну, мы туда бы и не поехали, потому что мы были вчера на набережной, и сегодня прошел дождь. Я вот хочу выйти на улицу, потому что как минимум нету товарышка малому надо взять. Чего нету у нас еще? Хлеб есть. Что-то я еще хотела взять по мелочи. Фикс прайс хотела тоже зайти. А, я тут уже начинаю обустраивать свой двор потихоньку в дождь, да, решила? Вообще супер. Но я пока дома готовлю этот пол. Сына, я снимаю, ты лазишь по маме, да? Так интересно, так интересно. Что мне интересно, что вот мы лезем, мы лазим тут на маме. И не смотри, а не смотреть нельзя. Потом придет то время. В общем, такие дела. Кристинка еще видео сняла новое для вас, интересное. Грустно. Уходик. Что сразу грустное? Веселое. Вот, а я... Короче, мы в домашних делах и заботах. Попозже встретимся, как только выйдем из дома. Ну все, мы вышли наконец-таки из дома. И выходя из дома, у нас так с Крестюшечкой тема завязалась. Вот она говорит, как классно, Денька говорит. Вот катают его на колясочке, кормят его, какашечки за ним убирают. Я не говорила. Я говорю, правда классно, говорю. А ты бы хотела, чтобы за тобой убирали? Попу вытирали тебя
Скажите, девчонки, ну, да вообще же вот раньше, помните, цари так вот, выходи. Ну подожди, нам нужно договорить, потом выходить. Потом идти. Вообще раньше же вот греческие цари, императоры, вот там же, все за ними делали, кажется. Прям попу вытирали, да? Представляешь, вы представляете царя, а он такой загибается. А ему попу вытирают, его подданные. Вот я бы так жить не смогла, а ты? Ну подожди, это к этому привыкают с детства, поэтому это сейчас тебе новинка. А людям, которые в этом выросли... Ну вот если бы ты была сейчас царем, и тебе бы сказали, о, смотри, тебе говорят, либо ты живешь вот как ты жила, либо ты идешь царем, я тебе вытирают не попу. Нет, принципиально не буду царем. Скажи, нет, я люблю все делать сама. Да. Не быть тебе царем, наверное. Там все убирается. Да. С ложки кормят, попу вытирают. Ладно, моют даже водичкой. Все, пошли. Вот такие вот базары у нас вообще. Давай быстро, держи. Мы тут с Кристюшей изобрели, ну не случайно, фикс прайс, конечно. Смотрите, какие-то новые вот такие сумочки, я обратила внимание. Черные, цвета синие. Ой, ой, не упади. Синие, они на ремешке, круглые, а внутри все черное. Зеленые. Да, вот такие вот три цвета. Косметички еще появились. Ну, они заканчивались. Кстати, черная симпатичная такая. Ну, как симпатичная. По сравнению с остальными. Что это такое? Еще я не видела, что вот такие корзинки черные. То есть видела светлые, а черных не видела. Стильно, стильно. Черную квартиру. Вот это новые цвета, да? Темно-зеленые, синие. И не забудьте, что они с крышечками. Крышечка как подносик, может быть. Смотрите. Нет, а помнишь, их просто не было, они закончились. Вот они. Вот так раскрываются. Взять, не взять такую. Блин, клевая. Я возьму. Смотрите, дорожный набор, новое. Что здесь? Гель для душа, шампунь, крем-гель. Ну, а что делать? Мы все должны, наши девочки, знать. Да. Вот это классная штука. Но мне так как присылают много всего такого маленького, поэтому у меня этого много, надо расходовать. А вообще это очень удобно. А здесь, смотрите, есть зелененькими, а есть с беленькими. Крем-гель для душа, гель для рук, шампунь. Вообще темка. Ну, их тут нормально достаточно, немало. Также из нового, смотри, здесь детские часики. Очень симпатичные мишутки. И еще я смотрю, тоже дорожный наборчик. Здесь маленькие расчесочки такие. Одна с зубчиками, зеркальце и расчесочка-щеточка. Тоже в дорогу можно. Смотрите, какие масочки для глаз охлаждающие. Арбузики и апельсинчики. И в холодильник кладешь, они застывают, и потом на глазки кладешь. Не было. Кто-то просил снять посуду с фикс прайс. Смотрите, роксы пришли. Роксы. Стаканный роксы называется, насколько я знаю. Здесь написано такое, нет? Может, я ошибаюсь? Ну, по-моему, они называются роксы. Это для виски там такое все. Вот такие красивые стаканчики разных цветов. Голубенькие, зелененькие, бежевенькие. Ой, моя коробочка Мишка. Тоже новенькие. Железненькие. Но это то, что я не видела, показываю. А я неделю только не заходила сюда. Новые дискошарики. Дискошар. В общем, вот так выглядит. Неудобно мне одной рукой. Видимо, крутится и диско создается. Да, иду, сын. Вот такие интересные полотенчики. Написано, приятного аппетита. Они такие махровенькие, с двух сторон мягенькие. Сына! Ой. Сына! Не видела, новые тазики. Красные и синие, три в одном. Для салатов, для чего-то. Вообще, вот такие вот блюдницы. У нас не было. Я не знаю, может, у кого-то было. А вот розовые крышки, значит, что-то розовое есть тут. Класс. Куча контейнеров вообще просто разнообразных. Я решила, кстати, взять картошечку Лейс и московский картофель. И
сметана, лук, московский картофель, сметана, зелень, лейс. Я хочу попробовать и сказать, что вкуснее. А еще новые шлепки тут, смотрите. Вот такие вот. Вот такие красненькие, синенькие, симпатичные. Вот такие чуть для детей, вообще красивые. Черный, розовый, синий. Прям как по мне сделали. Кристинка. Нет, я думаю, красный взять. Ты все красное. Мы логотип сегодня и придумывали. Все, на пью в красный тянет цвет. Елена придумала логотип. На самом деле, мне очень захотелось чего-нибудь солененького, вредненького. Так что я открыла Лейс и московский картофель. Сейчас я пробую, ну, нужно прям понять вкус всего. Нужно прям сейчас понять вкус конкретно, поэтому я несколько сейчас съем Лейс, а потом несколько московского и скажу, что мне больше нравится. Так, Лейс. Сейчас еще поем Лейс. Забыла соску малому. И он все в рот тянет. Одеяло, игрушки. Ну, знаешь, вкусно. Лейс у нас сметана и зелень. Так, все. Я поняла вкус Лейса. Теперь давайте московский картофель. Они, конечно, разного немножко вкуса все-таки. Здесь лук. Да, совсем разные вкусы. Но... Лейсы более насыщенные. Не чуть с кислиночкой идут. Ну, может, та сметана. Хотя и там сметана. Зелень же кислинки не дает. Кристинка, кстати, покупает там продукты. И скоро у нее будет видео. Продукты с фикс прайс пробовать будет. Мне будет интересно посмотреть, а вам? Я ссылку, кстати, на всех видео, где я с Крис, я вниз оставляю ее ссылку. Так что проходите, подписывайтесь. Все-таки Лейс вкуснее. Съем их в первую очередь. Крис придет, и ничего не останется. Ну и хорошо, это же вредно. А вредными вещами лучше с подругами не делиться. Мы с Кристинкой вот вышли с фикс прайс, и я еще взяла, смотрите, вот такие крекеры. Они в таких вот треугольничках. В общем, они с определенным вкусом, но я после чипсов не чувствую, я только соль чувствую. Я спросила у Кристины, говорю... Я без чипсов не чувствую. Кристина, говорю, а ты что за вкус? Она говорит, ни с чем, соль. Так что, а крекеры вообще сметана и зелень. Ну, солененькие крекеры такие. Вот. Сейчас мы идем в Сбербанк. Хорошо, тут все рядом. Люблю этот район. И вот смотрите, какое здание. Страшное. Оно и страшное, и в то же самое время такое прекрасное. Старое. Что-то из прошлого. Сейчас поближе. Да, здесь можно фильмы ужасов снимать. Почему фильмы ужасов? Фильм. Можно размышлять эти, разговаривать о каких-то. Блин, дождь, поэтах. Какого хрена? Дождь! Зараза. Ну мы же смотрели. Мари. Да-да-да-да. Сейчас это Федеральная служба государственной регистрации кадастра и... Короче, Росреестр. Мы прискакали домой, на самом деле мы попали под дождь. Сына, похоже, впервые увидел дождь. Капали капли ему на руки, и он такой не понимал, что это такое, смотрит на меня. Капли капают. Капли капают вверх, капли капают вниз. Чё там? Ты меня любила, а я тебя нет. Или наоборот. Тёкли. Слёзы тёкли вниз. У меня новая песня. Слезы текли вниз. Что-то в этой кофточке вот прям вот можно выше. Слезы текли вверх. Ты меня любил, а тебя нет. Я сегодня просто сделала маску увлажняющую, но так освещение падает. И маску сделала под глазами. Но вот у меня синяки под глазами. Почему? Потому что у тебя свет. Эта маска, я повзрослела. Что за маска была? Анти-молодая?
Анти-эйдж. Да нет же. Да я шучу. Да сделай повыше камеру. Заглядывай в мой домик. Ну я просто это... Заглядывай в мой домик, Крис. Какой? У меня домик не... У меня домик низкий, заглядывай. Да просто видишь, вот так вот освещение падает. И вот так вот намного лучше. Ну, так что ты хотела сказать? Я хотела сказать всем доброго времени суток. Меня зовут скромняшка Крис. И Селена Свей. Ну, я просто пришла вообще попрощаться. Думала, тебе нужно, чтобы я попрощалась. Со мной пришла? Да, и ты что, попрощалась? Слушай, ну подожди, может, мы еще не прощаемся? Да, Крис, у меня посмотри, подушки там разброс на всю сзади. Очень красиво. Творческий беспорядок. Очень красиво. Творческий беспорядок. Расправленная кровать. Очень вот красиво. Лично для меня, самое главное, чтобы было все чисто. В том плане, что букашки, мошки. Каждый день пылесосят и моют полы. Это вообще сверх. Да, я такая стала. А то, что разбросано, ну, лично вот для меня, я вот все равно. Не то, что все равно. Сейчас сына съест мою барсетку. Посмотри, он мои руки убирает. Такой, смотри. Вот, смотри. Будь со мной. Ну на, грызи. Только вот монетки не доставай. Ну что, мои девочки, мои красоточки. Что там, Кристинка? Кипяченую холодную водичку пьешь? Да. Так, мы идем с Кристиной монтировать видео. Наснимали для вас кучу всего. Малыш уже спит. Мы его положили во сколько, кстати? 10:30 он снова у нас, да? Мы сегодня хитрили, легли. Он, главное, не спит. Видит, Кристина ходит. Такой встает. Что это такое? В итоге Кристина легла, я легла. И он только тогда уснул. Обманули пацана. Подрастет. Никак не заживает моя сыпь. Я немножко подкрасила, да, ноготочки. Но на следующий день они уже подсползли у меня на кончиках. Ой, ну не буду вам показывать. Так они издалека неплохо смотрятся. Я педикюр и маникюр сделала. Лак тот же самый, который был, но там нужно основу наносить и покрытие, чтобы они долго держались, а так один день вообще. Вот, ну что, я пришла на самом деле с вами попрощаться и сказать, что я вас люблю и целую, и обнимаю, и люблю, два раза люблю, и целую два раза, и обнимаю два раза. В общем, увидимся в следующем видео.